Самое главное то, что сегодня мы открыли эту выставку. Выставка, посвященная 55-летию нашего музея. И сегодня мы представляем самые интересные, самые яркие, самые зрелищные работы, которые смогли сотрудники музея собрать за последние 5 лет. И здесь работы представлены не только дары оренбургских художников, художников из Москвы и Петербурга, но и представлены работы, которые музей приобретает по программе «Культура Оренбуржья», по программе «Культура России» за небольшое денежное вознаграждение. Здесь все красивое. Потом вот приходишь и получаешь душевное спокойствие, удовольствие, радость. Возвращаешься какой-то к тем временам, к современным временам. И знакомишься, кто у нас творит. Была долго дачей занималась, огородничеством. Мне понравилось, там вот бабушки картошку продают. Я часто посещал, потому что я занимался в детской художественной школе. Вот здесь на Ленинской улице тогда она находилась. И, конечно, а мы с удовольствием бегали сюда. Мне кажется, что наши художники оренбургские, сейчас они, конечно, сильно пополнились, их уже очень много, больше 100 человек, членов Союза художников. Я думаю, что это одни из лучших художников России.